Так, демонстрирую арифмометр и металсар. 123. Ну, сбрасываем за счетчики. 123 плюс 99 плюс, ну скажем, минус 88. Вот. И вот получили результат 134. Ну, теперь что-нибудь поинтереснее. Скажем, 1 делить на 7. 1. Вводим делимое. 7 ввели делитель. Разделить. Вот, пожалуйста, результат. Ну, теперь давайте умножим 256 на 256. 256 умножить на 256. Выполнить умножение. Вот, пожалуйста, результат. 65536. Ну, теперь давайте умножим что-нибудь длинное для интереса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делить на 9, умножить на 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И вот, пожалуйста, он будет долго и старательно умножать.